Новый спортивный комплекс открылся в Тазоводском районе рядом со школой 165. С инициативой строительства выступил президент Горьковского автозавода Николай Пугин. Финансирование строительства велось совместно ГАЗом и муниципалитетом. Сегодня для нас очень счастливый день, потому что мы получили уникальный спортивный комплекс. Когда я смотрела с завистью московские, питерские и другие школы, где все есть, вот у нас тоже теперь все есть. Спортивным комплексом это не назовешь, это настоящий стадион, который мы получили на месте обычной детской площадки, которая была, в общем-то, уже в состоянии, ну, скажем так, не очень хорошем. И еще год назад было сложно представить, что мы вообще сможем это осуществить. Я от лица всех родителей лицея говорю огромное спасибо администрации Нижнего Новгорода, потому что действительно чудо. Такое представить было себе невозможно. Мне очень нравится баскетбольная площадка. У нас, конечно, и зал очень хороший, но на улице всегда приятнее поиграть, особенно вот в компании ребят. Качественные корзины, качественное покрытие. Вот тут много раз уже падали, никто ничего себе не поранил. Хорошее сотрудничество. Когда к нам пришли коллеги с автозавода, говорят, что мы готовы какую-то часть денег вложить сами. Юрий Владимирович Шалабаев говорит, надо поддержать эту инициативу, и администрация, и Николай Андреевич Пугин общими усилиями получили такую хорошую спортивную площадку лицея 165. В этом году автозаводчане проголосовали именно за спортивные площадки на территории учебных учреждений. В этом году построено 8 спортивных площадок и 2 спортивных объекта, которые находятся в школе номер 119 и спортивная школа на улице Космической.